пригородном поселке Зачаганск после паводка 2011 года провели большую работу. Здесь были построены водоотводные каналы, которые играют важную роль в предотвращении подтопления жилых домов. Круглосуточным вывозом снега в данный момент занимаются 350 сотрудников ТО «ЖАЭК Тазакала». Им помогают около 100 единиц техники. Также помощь коммунальщикам оказывают волонтеры, студенты и даже солдаты Национальной гвардии. Стоит отметить, что экстренные службы распространили штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе из-за наступления теплой погоды возможны разливы рек и подтопление жилых домов. Зачаганские отмечают, что ситуация находится под контролем. Если позавчера нам поступило 47 звонков, вчера нам поступило 33 звонка, то сегодня нам поступило 8 звонков. Вакуумные машины отрабатывают это каждый адрес. То есть там, где создается угроза подтопления. То есть нигде в дом вода не пошла. Сейчас в Уральске за пределы областного центра вывезено 280 тысяч кубометров снега. Откачано более 30 тысяч кубометров талой воды. 10 лет назад нам дали участок в этом районе. Сейчас здесь очень много воды и грязно. Через лужи трудно ходить детям и пожилым людям. Но хочется отметить, что коммунальные службы работают. В городском акимате призывают население не сидеть сложа руки, а заняться вывозом снега со своих дворов и отведением талой воды. Любая помощь будет кстати. Роман Копняев, Мирбулат Джагипаров, Александр Грабрев, ТДК-42.